Почему человеку так надо в космос? Потому что он существует. Мне страшно. Ты справишься. Ты отличный хирург. Я бы тоже тебя выбрал. Во-первых, очень гордимся нашими российскими актерами, нашей актрисой Юлией Пересильд, которая действительно не побоялась. Это очень-очень страшно. Ну, я вообще не представляю, как можно полететь в космос, где все неизведано. Очень, ну, какая-то очень посторонняя реальность от нас. Она очень... И there's Юлия Пересильд, the Russian actress. Now... Ну, потому что очень интересно, как наши прогрессируют, и первые сняли фильм в космосе. Очень интересно на это посмотреть. Мы же как бы Россия, а Россия всегда впереди, поэтому...